Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам покажу наше приобретение – теплицу Sigma от компании Воля. Она приобреталась для того, чтобы в ней выращивать томаты. Почему? Потому что у теплицы открывается крыша. Бока стационарные, крыша – раздвигающиеся панели. Вот сами панели, которые мы с утра открыли. Профиль усиленный, сам каркас мощный. Смысл в том, чтобы теплицу на зиму оставлять с открытой крышей, чтобы снег падал спокойно вниз, увлажнял в последующем грунт. Это послужит плодородию почвы. И не нужно будет зимой счищать снег. В этом году у многих родственников в теплицах произошла беда, теплицы просто рухнули. Давайте теперь посмотрим, чем хороша теплица именно для томатов. А тем, что в течение дня здесь температура практически такая, как и на улице. Может быть, вы чуть выше, плюс 2-3 градуса. Такая температура позволяет завязываться плодам, что очень важно для помидоров. Зависть очень хорошая. Я очень довольна. Томатов много. Здесь себя прекрасно чувствуют не только томаты, но и базилик, и перец. А томатов просто море. Сейчас мне хочется пройтись по сортам. Вот такая вот дикая роза. Первый помидор уже съеден. Веду я дикую розу в два стебля. Зависть потрясающая. Дальше томат фиолетовое сердце, янтарное сердце, бычье сердце шоколадное, другие сорта, алсу, юбилейная Тарасенко. Вот такой вот у меня начал созревать. Медовые пальчики. Прекрасно завязывается острый перец бараний рог. То есть нравятся такие условия всем растениям, которые посажены в эту теплицу. Я бы рекомендовала заниматься установкой теплицы и покупкой осенью, потому что мы купили ее в марте, установили в мае. Очень долго ждали, когда земля отмерзнет и можно будет удалить старую теплицу. Поэтому, если приобрести ее осенью, то и посадить томаты можно будет раньше. А посаженный раньше томат даст более ранний урожай. Вот это у меня африканский коричневый. Так что я могу рекомендовать теплицу Sigma от компании Воля. Я ей очень довольна. И томаты тоже довольны и дарят нам вот такие чудесные, красивые плоды. И напоследок хочу показать, как работают раздвижные панели. Очень легко они вот так вот поднимаются, и крыша закрывается. Пожалуйста, надо открыть, открываем, вниз все опускается. Прекрасно действует, прекрасно все работает. Ездят как санки. Очень легко, пожалуйста, крыша открыта. Хотите, закрыли. То есть замечательная конструкция. Мне лично очень нравится. Теплица Sigma от компании Воля. Спасибо за внимание.